Гражданский долг – дело семейное. Валерий Гартунг пришел голосовать со своими детьми и внуками. Для семейства депутата Госдумы поход на выборы – давняя традиция. Свой голос парламентарий отдал в администрации села Печенкино Яткульского района. Молодое поколение, конечно, голосовать пока не может, зато активно учится у родственников в процедуре заполнения бюллетеня. Так, пойдемте, Петя. Пошли, сейчас будете мне рассказывать, какой же ответ поставить. Значит, пойдем тоже заходим. Я тут здесь понимаю, все. После того, как выбор сделан, предстоит самый ответственный этап – бросание бюллетеня. Эту миссию старшие возложили на пока еще подрастающих избирателей. Такой пример, по мнению Валерия Гартунга, воспитывает в юных гражданах ответственность за будущее своего региона и страны. Парламентарий призвал южноуральцев не пренебрегать избирательным правом и сделать свой выбор. Голосовала за развитие Челябинской области, дорогие земляки. Советую вам поступить точно так же, прийти на избирательные участки и выбрать будущее нашего региона на ближайшие 5 лет. Кстати, избиратели Яткульского района активно голосуют и через ДЭК. Своего кандидата онлайн выбрали около 80% зарегистрированных жителей.